Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и Тиранит. Да, приветик всем. И мы продолжаем играть в Minecraft Mining и продолжаем умирать. Так, ну давай, наверное, в шахту пойдем. Да, я что-то сейчас все повыравниваю. Ща, я нам помечу сделаю хотя бы. Не, у меня же, в принципе, есть, тебе надо. Железный. А, железный, ну, в принципе, делай. Так, тут закопал, тут уголь, по-моему, уже был. Во. Я ж помню, тут надо уголь забрать. Угу, вот тебе меч. Там очень мало. Давай. Блин, это просто жесть, то, что творилось прошлой ночью. Я не знаю, нам нужно срочно бронь. Просто бронь, потому что ночь мы просто не выживем. Либо нам нужны кровати, либо бронь. Либо другое. Не знаю, ты можешь еще спуститься сейчас в шахту, я сейчас хочу этот еще дерево докопать и доделать же хотя бы дом, крышу, блин. Угу. Хрен их знает этих мобов, вдруг они еще смогут залетать сюда сверху. То, что ты так вытворяет, это просто меня с ума сводит. А тут, блин, еще вообще. Я в шоке просто. Так, закрыть. Мне земли не хватает. Ну я пойду в шахту как раз, да. Попробуем. Да. О, что такое? Че там? Слабость, тошнота, шо? Да, кто? У меня тоже такая хрень, но не знаю почему. Что? Кто это сделал уже? Не знаю. Пробежись немного, я думаю, пропадет. Да я не знаю, тут, походу, рядом кто-то. У тебя тоже такая тошнота сейчас? Да. Ну, сейчас нет, но я подошел сюда, и тут началось. Так. Во. На этом месте. Вот на этом. Да, я не знаю, что оно такое там. А если убегу, то она пропадает. А если там буду стоять, то она там будет. Вот это. Да. Щит. Ну все, я не хочу туда ходить, это проклятое место. Возможно. Я боюсь туда ходить, там, я не знаю, что тут творится. Может там данж какой-то или еще что-то. Может быть, ну блин, ни с того ни с сего просто взяла такую и отравила на тебя. Жесть, серьезно. Да я сам дерево накопаю, ты можешь пойти в эту шахту. Угу, ща иду. Так, ну, хотя бы меч у меня есть уже нормально. Ни с того ни с сего просто. Ну, суть в том, что тут нет. А вот если сюда подойти, то... А ну давай, я попробую спуститься немного вниз. Мне просто интересно, что там. И не пропадает. А нет, да? Пропало. Все. Может, тут оно просто так вот сделано. Возможно. Так, шахта. И это слегка бесит. Да. Ну не знаю, какие. Ху. Что такое? Да там опять так громило было. Эндермен. Нет. Ну, тот, что подкидывает вверх. А, черный этот? Да, да. Нигер. Будем его нигер называть. Пускай будет. Я не знаю. Да он вообще какой-то не мне. А, опять ночь! Да что ж такое? Опять ночь. Я в шоке. Вроде недавно только была тут ночь. Ё-моё! Я боюсь! Заходи сюда. Нет ничего, никакой брони, ничего нету, что делать, блин, если коровы тут еще паслись бы, было бы вообще нормально. Так ничего же нету, ё-моё. Да. Я поставил немного дерева в сундук, если нужно, то бери. Пошел я в шахту. Да блин, я боюсь вообще куда-то идти. Просто. Какие данжи? Я тут боюсь выйти за пределы дома. Данжи, блин. Какой-то Джек, по-моему, бегает. Это тыква. Да. Можно его попробовать убить. Не знаю, может, хотя он меня убьет. Так. Свинки. Да иди ты! Как? А, значит, он где-то под землей находится. Я уже боюсь сюда спускаться в шахты. Не буду я туда спускаться. А все время этот, ну, да. Черный нигер ждет. Да. Куда только не спущусь, он там. Понятно. Нигеры не такие, да, они ждут в темных закуточках, чтобы присунуть. Где бы нам шерсть найти, или хотя бы пауков? Да, это было бы отлично. Ну, пауков? Пауков можно пойти в башню. Но башни, там пауки, по-моему, на первых этих левелах. Давай сейчас, в принципе. Давай хотя бы пойдем попробуем зачистить первый и второй этаж, если получится. Подожди, закрой. Сейчас я факт. Че мне показывают, что у тебя 16 хп? У тебя что, хп не все? Да, потому что у меня еды нет. Блин, поешь, на. О. Я себе, в принципе, еще возьму, честно готовлю. Так, в принципе, сюда. Топ. Факелы. Немного угля тогда нужно. Я сейчас сам сделаю факелы. Ну, я себе хотя бы пару штук сделаю. Так, 7. Не доставай, я тебе дам факелы. На тебе, половину. Так. Опа. Все. Так, это дерево. Отлично.
Нужно же еще сделать себе крышу, потому что, блин, могу спокойно заломиться сюда. Смотри, вот что я думаю, может включим вот этот режим, как бы, когда тебя убивают, то вещи не выпадают, или нет? А у вас есть этот мод? Не, это как бы стандартный майн, можно включить. Да? Ну, не знаю, ну можно, в принципе, почему бы нет. Когда ты умираешь, вещи не пропадают, но как бы уровень пропадает. А, да уровень-то пофиг, пусть пропадает, но у нас на этого уровня будет еще выше крыши. Потому что первая же серия мы уже умерли по 3 раза, а что будет в данжах? Да, или да в принципе пусть... Это я случайно. Что? Я уже в штаны нагадил. Дверь похлопал и уже... Ё-моё, думал, уже кто-то там ломится. Так, сейчас. Кстати, вы видите, там есть такие статичные вот облака наверху, но есть еще, кстати, не только статичные облака, есть еще небесная такая деревня. Там она из эндерика сделана, но там такая просто обыкновенная деревня и все. Так, ну я включил этот режим. Вот, как бы. Не, ну я думаю, в принципе, потом, если что, можно будет отключить, но вот эти первые серии, вот тут кошмар сплошной будет. В этих данных. Кромежный кошмар, а не сплошной. Просто кромежный. Я вообще боюсь выходить куда-то. Но придется сейчас, в принципе, приближаться к этому. А, факел, кстати, здесь надо поставить. Тут немножко. В принципе, у нас стоит тыква. Ты выбил тыкву или что? А, это же, наверное, стола Джека выпало. Нет? Он. Да. Ой, бродит тут где-то еще один. Нигер. Не, Джек. Это Джек. Походу он TNT выпал или выбило. Да, по-моему, с него выпадает. Так, ну что, куда, пошли? Сейчас. Аккуратно, он может взорваться. Может не взорваться, я не знаю. Может после него взрываю. Подожди, аккуратно. Не выпало ничего. Не. Опа, да, только. Ладно. Так, двери закрываем и идем. Пошли вот в эту башню, она там самая близкая к нам. Пошли. Давай, идем. Только по сторонам я тут вижу куча вампиров и еще кого-то. О, вампир, по-моему, где-то. Или он под землей. Ну тут еще не поймешь, под землей этот моб или не под землей. Ну да. Так, ну в принципе. Я думаю, не знаю, может первый. А, кирка у меня, в принципе, есть, если что, ломать эти. Рядом? Да. Где ты? Да вот. Где ты? Боже! Тут цветок какой-то! Он что-то жжет! Во. Так, все, бежим. Вон, посмотри, вон, видишь цветок? Смотри, он стреляет этими хренями. Вон. Текаем, все, текаем. Давай, лучше бежим. Плохой цветок, плохой. Ах ты ж! Зомби? Зомбарь? Все, я убил его. Фу! Че с него? Хреника выпала. С него креветка выпала, что ли, или что это? Яблочко вроде. Я сам зажегся, какого хрена? Да блин, сколько тут мобов, которые все поджигают, меня это бесит. Я сейчас не хочу умирать. Нет. Все, потушился, ура. Да ты что, издеваешься? Что, ты поджегся? Не, зомби-босс. Офалдеть! Чтобы, короче... Йоник! Это где? Все, убили. О, что там выпало? Книжечка. Что за книжка? А, защита, зачарование. Офигеть. Чтобы к данжу подбежать, это... Дайте нам до данжа дойти сначала. Блин, дай мне восстановить эти мои сердечки. Так. Подожди. С самого первого левела идем. Мы вообще идем за этой, за паутиной. Ну да. Но там проход очень узкий, поэтому нужно как-то... Так, аккуратненько. Там вот. Зачем же так? Да вот тут. Вот лучше возьму делать так. Ага. Кровосос. Так, я ломаю. Самое главное, смотри наверх, потому что там дырки. Хотя я сейчас. Да, не мог. Вот так. Все, я сломал. Отлично. Что тут? Ничего интересного? Бабу, в принципе, можно забрать. Ну да. Так, идем на второй. А, опять мне надо хп пополнить. Подожди. Ух. Ай-яй-яй, подожди, что-то там у тебя. О, да тебе весело. Зачем? Нет, все. Фу. О, так можно бить, по-моему, их. О, да, отлично. Да ну нафиг. Отлично. Там плюс к тому, там еще заспавнился. Да ты. Он облез, да? Да. На меня прыгнул. Где он? Где босс? Еще? Ай, да там же спаун, они же будут теперь бесконечно лезть. Ух, давай назад. А, черт. Это было сначала показать мне хорошая идея, потом я понял, что это хреновая идея. О, зомби маленький прибежал. Куда он взялся? Что, дырка там какая-то где-то? Нет, дырок нигде нету.
Опять Что такое? босс. Да тут сколько тут боссов? Да Офигеть. просто там дофигища. Дайте мне мою кирку обратно. Да блин, я меч почти сломал. Я, в принципе, тоже. Так, ломать эти даже просто. Ты паутину вообще какую-нибудь подобрал? Нет. Пришли одни за паутиной. Да. Ну, главное на последний этаж не заходить, потому что там босс. Нас прорвет просто. Да. Так, третий этаж, да? Да. Что тут? О, там боссик. Еще один. Да. Походу на каждом уровне будет босс. Да блин. И сзади, офигеть. Ай-яй-яй-яй-яй! Что сзади? Что сзади? А! Да Какого сколько? хрена? Че он сзади пришел? Ай! Ай! Да какого фига они лезут сзади? Откуда они тут лезут? Закрой там проход. Так просто. Ах! Тебя убили, да? Меня убил зомби с фаербола. Фаербол, Да, зомби? мне написал, что зомби как бы с фаербола выстрелил и что-то Ну такое. все, по крайней мере, день сейчас не должно там что-то быть вот такого. Так, все, я босса почти убил. Все, убил. Отлично. Так, блин, как они достают, да? Ай! Ай! Что за. Чё, кто меня подкинул вообще? Там еще один босс! Да. Да вы что, издеваетесь, что ли? А? А, опять. Так. Алмазный меч, алмазный меч, алмазный меч. А меч выпал? Да. Ну хоть что-то. С этого босса. Ай, да кто? А сзади? Сзади босс! Какого фига сзади? Да Че, сзади-то босс появился? Так, все. Уйди, все, 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 уйди, противный. Скелет. А да откуда тут скелет заспавнился? А откуда сзади? О, броня выпала алмазная. Офигеть. Фига себе, блин. Ой, господи, я думал, тут мы эти данжи будем проходить на раз-два. Ага, раз-два. Кстати, у меня броня-то зачарованная. У меня есть сейчас, что у меня есть? У меня есть зачарованные кольчужные ботинки и вот этот, как его. Кстати, морковочка выпала, можно будет потом морковочку посадить. Да. Видишь, ты у меня почти уже сломался. У меня Ты тоже. что, выше пошел? Или ты Да. там? Не, я там, я Я вот тут. понять не могу, ты тут сзади ко мне босс-то прибежал. Офигеть, алмазный меч на остроту 2 и на отдачу 1. А у меня броня Hot Touch. Что такое? Ух, Горячий камень? скелетон. А ты, слушай, ты за временем следишь-то, а? Да, слежу еще минут 6-8. 8, А. да, 8. Или даже больше немного. Так. У меня Блин, есть же. сзади опять! Да что ж такое? Чего они все время сзади там лезут? Коры, давай лучше сзади закрывать вот этот проход. Не знаю. Да, закрывать его надо, потому что если мы не будем закрывать проход задний, то это просто они будут лезть. Проход задний закрывать, если вы понимаете, почему. Так, ну блин, это просто я в шоке. Вот это эпик, вторая серия, все, понеслась просто. Да смотри, ноги открываешь и вон валишь. Да, в принципе, вот то, что фиго, у меня сейчас еды вообще нету. Вообще. А, лук, кстати. У меня. О, точно, у меня лук есть. Я и забыл. Только он немного Оу! покоцанный. Вали, 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 Вася! А! Так, факелы, факелы. Сверху, сверху. Там больше всего кого спавнится. Я просто разбиваю нафиг эти спавнеры. Ничего такого интересного здесь нету. Ну Да. и хлеб, на тебе хлеб. О, да. Ну реально, что-то в этом, да. Ух, там паучина. Вот. Так, на каком этаже уже? На третьем или четвертом? На четвертом. На предпоследний этаж туда вообще лучше не суваться. Да, я, кстати, не могу понять, как это последнее. Нам еще далеко? Не знаю. А, о! Посмотрел, там два паука вылезло, блин, в окно. Вылез такой посмотреть наверх, и на меня такие два паука просто прыгают. Десантники, блин, мать их. Идем, давай, я Ай. закрыл. Идем, у меня сейчас меч уже сломается, там нет ничего, хоть там никакого. Нет, только. Босс, давай, ставь факелы, факелы ставь, я его отвлекаю. А вон и. Да ну нафиг. Сверху, Ай-яй-яй-яй-яй-яй. сверху. Вот и меч сломался. Вот и меч сломался. Сейчас. А! Отойди. Так. Давай, бей! Бей! Супостатов. Да Все? там закрывай. Если у тебя есть блоки, то лучше сверху сразу закрывать. Там босс еще один паук. Знаю, вот я на, я не знаю, все эти блоки повыкидывал. Че тут?
Мухомор и саженец, просто отлично. Чё-то в этом данже вообще нифига нету. Ну, данже, нифига себе, ты уже себе там приоделся так ничего так. Ну, в принципе, да. Чё, нету? О-о-о, на. О, подожди, стой, сколько у тебя карт? На. Выбей, а, о-о-о. Еще один. Это с босса, да, выпало, я так понял? Вот, вот теперь нормально, вот теперь заживем. Так, сейчас. Теперь можем хоть что-то сопоставить с супостатом. То есть вообще уже страх потеряли. Фух, еда, да. Слушай, может, и босса попробуем туда убить уже последнего? Да, я думаю, уже можно. Уже можно попробовать. Давай. Подожди, подожди, подожди. Пауки. Все, сломался меч. У тебя меч уже сломался? Ну, не алмазный, а обычный. Ай-яй-яй-яй-яй. О, крипер! Главное, чтобы не взорвался. Нет, не взорвался. Так, заходи давай. Ё-моё, тут сколько пауков! Не, выходи, 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 выходи! Назад, 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 назад! А? Да не, все нормально. Да какой нормально? У меня полтора хп. Одно хп? Нет, не умирай! Нет, 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 нет! Умирай, не умирай, не умирай, не умирай. Блин, у меня плохо. Ладно, сейчас я к тебе. А, это еще сзади паук. Блин, я боюсь, у меня пол хп осталось, пол хп. У меня еще до сих пор отравление. Да хватит телепортироваться ко мне, надо было своими ногами ходить. И сколько бы я бежал? Читер! Так. Фу. Просто я не знаю, я выживаю просто неверных просто. Так, бежим. Надо было больше брать. Да какой бежим, у меня 3,5 хп. Нам еды надо. Нам, кстати, надо с едой что-то сначала сделать, да, потому что по данжам. Я тоже так думаю. Потому что тут опять куча боссов. Куча, не куча, но... Я ничего не... Я не смогу ничего сделать. Опа, я тут буду так вот бить. Из-под тичка. А, там два босса этих паука, да? Угу. Не, там сзади меня никто не бьет. Нет. Ты уверен? Все, мы их убили, можешь забегать. Вот там кирка алмазная. О, отлично. Да опять паучина. Босс? Нет, это обыкновенный. Давай я тебя проломаю, иди. Факелы? Ого! Ого! Чё там? Вот это сверху упало. Да, закрывай сверху! Нет, нет! Охренеть, сколько их тут! Вы убили? Нет. Это дырки позакрывай, потому что они с дырок лезут. У меня полсердечка. Офигеть. Они с дырок лезут. Я себе ботинки выбил алмазные. Тут больше с этих боссов выпадает, чем тут в данжах. Да-да-да, согласен. Согласен, согласен. Ой-ой-ой. Ой, паук! Так, давай спускайся на тот этаж, там, где мы все зачистили, закончим серию и будем продолжать дальше. Так, ща-ща-ща, у меня 3 сердечка и... Да блин, быстрее! Ну блин, вернись, а, я тебе срочно говорю, вернись, за этот, закончим. Ниже еще зайди сюда. Да вот, быстрее, все, давай, все, давай. На этом мы, в принципе, заканчиваем нашу серию. Если тут впервые, то подписывайтесь на наши каналы, оставляйте комментарии, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Тиранит и... Эдисон. Да, все, до новых встреч, друзья. Увидимся в новой серии. Всем пока. Да, пока.